не справился с управлением и погиб. Смертельное ДТП произошло в районе станции «Глубокая» в Шелиховском районе. 60-летний водитель большегруза ехал по трассе «Байкал». На одном из участков он не справился с управлением и выехал за пределы дороги. В итоге грузовик перевернулся и врезался в дерево. Автомобилист скончался на месте. Сотрудники полиции проводят проверку.